Пука. Удостоверение ниндзя. Автор сценария Джонни Джон Джон Кирнс. Так-так, Гару возомнил себя ниндзя, да? Мой костюм, быстро. Нет, другой костюм. Стоп! Стоп! У вас есть удостоверение ниндзя? Тогда мне придется выписать штраф за использование ниндзюцу без разрешения. Что? Гару нужно разрешение? Разумеется. Получить его можно в департаменте толчков и ударов после прохождения нескольких тестов. До этого никаких кия-кия. О, похоже, не я один хочу стать ниндзя. Вам тоже нужно удостоверение ниндзя? Нет. Но без него мне не дадут спускаться в дымоходы, используя приемы Шаолинь. Ха-кья! Хоу-хоу-хоу! Муха почти угодила в мою паутину. Так, мистер администратор? Но... Это ненадолго. Сюда, сэр! Я смогу допустить вас к тестам после того, как вы заполните эти бумаги. Это займет всего лишь пару сотен лет. А до тех пор вы не ниндзя. Хорошо. Проходите на спортивную площадку. Хо-хо-хо, я тоже хочу стать ниндзя. Хо-хо-хо-хо. О, нет, взгляните на часы. Пора мне исчезнуть. Ну ладно, заполните это. Где-то я его уже видел. Сначала тест на ловкость. Вы должны обезоружить этих ниндзя с повязкой на глазах. Вы ведь справитесь с этим, Гару. Хорошо, а теперь протяните руку. Я дам вам оружие. Немножко динамита должно оживить это мероприятие. Хорошо. Давай! О, еще чуть-чуть. Ура! Гару прошел! Он получил разрешение? Нет, нет. Нужен еще один тест. А теперь моя очередь. Это часть теста? Далее тест на смекалку. Вы должны подобраться к этой огромной гималайской горилле и украсть у нее бананы, при этом не разбудив ее. Затем вы берете бананы, кладете в корзину и приносите сюда. Готовы? Вперед! О, простите. Продолжайте. Ah!
Это еще не все. Нужен еще один тест. И, наконец, тест на ловкость. Вам нужно пробежать мимо снайперов с дротиками, не наткнувшись на грабли, затем пройти через простенькую полосу препятствий и перевесить этот небольшой булыжник на весах. Выскочка. Пройдите еще раз. А теперь гору прошел? Нет, никогда. Ему не стать ниндзя, пока я не разрешу. Спасибо, юноша. За ваши заслуги я выпишу вам удостоверение ниндзя. Вот, пожалуйста. Что? У вас нет права. Я администратор и могу делать все, что захочу. Кстати, вы оштрафованы за злодейство без разрешения. А пока не расплатитесь, я отдаю ваше удостоверение Санте. Вы, наверное, шутите. Санта-ниндзя? Да. Я придумал новый рецепт рождественского пунша. Ха-ха-ха.